24 января прошел новогодний розыгрыш призов от ювелирного салона «Дамский угодник». Для покупателей, совершивших покупку на 6000 рублей и более в период с 1 ноября 2014 года по 18 января 2015 года. В списке оказалось большое количество призов, что привлекло большое количество покупателей. Главным призом розыгрыша стал автомобиль «Шевроле Авео». Возможность стать обладателем главного приза автомобиль. Давайте поаплодируем автомобиль. Уедет на нем Тимур Гасанович Брайан. Город Новосибирск. Есть у нас... Я думаю, наверное, что-то, честно говоря, не только на машину. Сегодня мне повезло первый раз в жизни, что мне повезло. Вот самое главное. Спасибо вам всем, спасибо «Дамскому угоднику», низкий поклон служащих персонала, низкий поклон заведующих. Спасибо вам от всей души, я говорю. Также были разыграны ювелирные украшения, которые не оставили равнодушными никого из пришедших гостей. Золото, 585-й пробы, друзья. Я себе, собственно, серьги я бы не хотел, конечно же, я бы очень хотел установить, но достаются Наталье Кракозанцеву аплодисменты. Я не ожидала услышать звонок, просто действительно очень неожиданно, и в принципе я даже растерялась. Татьяна, здравствуйте. Да. Это вас беспокоит магазин «Дамский угодник». Дело в том, что прямо сейчас у нас проходит розыгрыш, и вы стали победительницей. Я смотрю, как вы рады этому событию сейчас. Я получила кольцо с топазом голубым. Была удивлена. Дополнительно были разыграны призы среди присутствующих покупателей, которые участвовали в новогоднем розыгрыше. Наталья Васильевна Осинцева получает вот эту чудесную цепь. «Дамский угодник» не устает приятно удивлять своих клиентов прекрасным ассортиментом и доступными ценами, дарит радость и отличное настроение. Кроме сделанных удачных покупок, можно поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Сегодня, друзья, не прощаемся. Надеюсь, что скоро увидимся с вами еще не раз в салоне «Дамский угодник». «Дамский угодник». Мечты должны сбываться. Ждем вас в нашем ювелирном салоне «Дамский угодник» по адресу Красный проспект, 88.